Рад, перископ, майки, .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау. Всем привет! Всем привет! Всех приветствую! Всем привет! Привет всем! Вакова-куляка в эфире. Что там нового? Что хорошего? Мы уже в Красноярске на месте. Уже здесь. За Барнаул. Спасибо вам, Барнаул. И тебя закрою, кошка обжился. Мы на месте уже. Так что завтра Красноярск мы разрываем. Что там еще у вас? Хотел сказать всем, как проходят концерты, все отлично. Вы можете зайти в этом самом, можно зайти в Инстаграм и посмотреть. Отчеты из каждого города мы их подписываем, так что Дальний Восток, привет. Да. Было круто. Эй, Толясик, привет, брат. Так, ну-ка, с Толясиком. Брат, тебя все Сибирь никак не может отпустить, да, родной? Что, брат, не может отпустить? Сибирь никак тебя не может отпустить, да, брат? Брат, она Сибирь не забирала, чтобы отпустить. Сибирь в сердце. Сибирь в сердце. Ну, столько людей, столько отзывов за Кемерово, за Сиб, все пацаны за Томск, просто разорвал, просто бомба. Круто, брат. Брат, ну надо так... А как бы я, брат, как бы я там выступил, как бы я там выступил и плохо выступил, потом бы ты сказал... Слушай, это самое, ну что-то там было не очень. Брат. Пришлось ну, в левую ножку зайти, брат. Да, ну как, на проходик и подкинули сразу, брат, чтобы все качали, чтобы все было в мясе, брат. Чтобы все брат, было я только не знаю, где ты ездил, ты еще, говоришь, хорошие дороги. Тебя, походу, брат, я ездил. Меня Тима, братан, это не ко мне, это куда Тима возил, брат. Он, походу, за неделю этот маршрут проложил, чтобы там кочек не было. Ну, братан, он же заинтересованный, брат. Он же местный, брат. Не, мы ездили, знаешь, Лесная Поляна, по-моему, называется, такие документы. Ну, короче, он тебя по элитным местам возил, в Кировский не повез. Не знаю, хотели в бар к нашим друзьям заскочить, брат. Бар закрыли. Я не знаю. Ну, а там. Ты же понимаешь, что у всех сейчас тяжелые времена, даже у элиты Кемеровской. Где-то кто-то винтики, видать, подкрутил, и все, блядь. Брат, ну, ты видишь, какой ужас складывается. Ну, кризис, хотел, затяжной думал. Кризис. Что, не все остаются, да, на плаву, кто-то идет на дно. Хотя они должны были остаться на плаву, они же кто? Да. Потому что правда, вообще правда всегда побеждает, брат. Правда всегда побеждает. И мы-то там в проигравших, братан. Безусловно. Грубая, ты видишь, братан, я грубая, одел грубая. Немножко. Брат, хорошо, ты побрился, брат. Тебе надо, да. Мне кажется, тебе надо усы оставить себе, брат. Тебе пойдет. Какие были, когда Россия играла? Я же уже кидал усы на себе. Да, оставлял. Да, ну это, брат, очень модно, очень мощно, братан, очень сильно. Брат. Миша может, братан, тогда уже. Миша же с усами ходит.
Не, Миша сейчас и, так сказать, и низки тоже отрастил, братан. Сейчас. Извини. Миша вот сидит, брат. Подойди, Мишань. Звезды прикрой только, братан. Братулька! Брат, мы просто в банке сидим, брат. Я думал, он уже пропал с радаров. Брат, мы в банке, брат, сидим. Как пропал? Мы здесь, брат. Мы здесь. Ну, а через сколько концерт уже в Красноярске начнется? Завтра, братан. Завтра. А, он завтра еще целый день отдыха. Брат, можно одну скажу фразу? Скоро же Петя Ян дерется. Хотел бы попросить, чтобы все черкнули ему поддержку, потому что если бой выиграет, будет за пояс биться. Братан, будет мясо, я тебе говорю. Это Петюня в бой пойдет, я тебе говорю, брат. Сегодня взвешивание будет, сейчас уже на взвешивание пошел, так что рубку должен дать нормальную. Будем, братан, за него болеть и ждать, братан. А он в Чикаго же, да, сейчас? Да, в Чикаго будет бой, у него. Круто. Все, брат, сейчас уже на взвешивание пойдут, а завтра... Алло, Саша-ресторатор просто звонил. Саша-ресторатор перебил нам молву, брат. Ну так что мы за него болеем, брат. Все, тебя обнимаем, Толечка, обнимаем тебя крепко. Да. Все, все, брат, обнял. Здоровья. Обнимаю. Концерта, обнимаю. Брат. Обнимаю. Все, да. Так что все болеем. Все болеем за Петра. Все болеем за Петра. И с кем же мы сейчас случайно выйдем на связь, ребят? Толя, смотри сюда, Толя! Толя, смотри, с кем мы на связи. Толя, смотри, с кем мы... Петя, только что Толя Малыхин был с нами на связи и передавал тебе большой привет. Толя Малыхин был на связи. Да-да, я видел ваш эфир, видел. Приветствую. Ты там? Ты взвесился уже? Пацаны, сейчас взвешивание началось, вот тут такая процедура, вот отсюда вызывают, здесь же затаривают едой, ничего лишнего не позволяют, все выдают по списку, чтобы никто ничем не отравился, никто лишнего не слетел. Брат, какой вес сейчас у тебя? Вес у меня сейчас 61 700. Убийство, брат, убийство. Вес золотое сечение, брат, золотое сечение ровно. Вес стальной. Вот. У меня вопрос такой, Вася. Я хотел бы выйти под песню. Вот. Под что, брат, песню? Выйти? Ну, что-то либо под баста, стволов за поясок, что-то подобное. Будет аудитория вообще около 20-25 тысяч. Стадион здесь будет. Прямые трансляции. Братан, для меня честь будет. Вот. Брат, для меня это честь будет, если ты выйдешь. Это честь для меня будет, если ты выйдешь. Обязательно выйду, по-любому. Были уже. Брат, ну мы за тебя болеем просто. Мы сейчас в Красноярском крае находимся, брат. В Красноярске, брат. Все, пацанам с Красноярска всем привет. Я родился здесь, в Красноярском крае. Пацаны все, брат, все здесь, все держат пальцы за тебя, все болеем от души, чтобы у тебя все получилось, брат. Будем смотреть за этим мясом. Будем смотреть за этим мясом. Я не знаю, сколько у вас есть время свободного, чтобы вас тоже не задерживал я. Мы здесь, мы вот с пацанами все сидим, брат. Петя Ян на связи, пацаны. Всем привет, Красноярский. Всем Красноярский, все передают привет. Я родился в Красноярском крае, в Назаровском районе. Все в курсе, они, наверное. Круто, брат, круто. Ну, сейчас, а сейчас, брат, ты ждешь важного решающего. Да, сейчас у меня боя. Важный бой, пятый бой за год в UFC. Вроде как есть разговоры, что если выиграю этот бой, следующий бой будет, дай бог, за пояс. Ну, не будем забегать, посмотрим сейчас, как все сложится. Сейчас все акцентировано внимание на этом поединке. Брат, кулаки за тебя держим, кулаки за тебя держим. Большое спасибо. Вот Толя Малыхин пишет, что он говорит, что ты во втором раунде разорвешь. Толя тоже машина сибирская. Сибирская машина, брат.
Брат, а в чем секрет? Скажи, как ты думаешь, в чем секрет? Почему так много из Сибири людей, которые добиваются таких высоких результатов боевых? Я думаю, что первый момент — это сам путь именно попадания. Сама цель. Человек вживается в эту цель. Пройти надо определенные этапы, чтобы попасть куда-то реально в серьезное течение. И когда мы уже попадаем туда, мы попадаем уже туда готовыми, в принципе. Готовыми попадаем туда, и просто определенное время просто понять эти правила игры, и все. Вот. Многие иностранцы попадают в бои, у них рекорд 4-0, 5-0. У нас же российские бойцы попадают, там у них уже любительская карьера по 7, по 10 лет. Это огромнейший багаж, опыт. Поэтому... Ну ты переживаешь сам, братан? Вот по шкале от 0 до 10 как сильно переживаешь? От 0 до 10. Вот на данный момент на двоечку, наверное. Сейчас мне главное самое это покушать, попить хочется. Я о боях не думаю сегодня. Обычно уже завтра, в день боя уже, когда привозят на стадион. Здесь сколько тысяч стадион стоят? 1020 стадион будет огромный, полный, я думаю, будет центр. Мощный будет. Брат, ну завтра будет концерт у нас в Красноярске. Мы за тебя также прокричим, брат, проболеем, брат. От души всем. Чикаго, брат, ты не ел, тебе не будут сибирский стол, нас утром вот, пацаны встречают, не буду тебе показывать, брат. Сибирский стол, брат, чтобы у тебя слюни не потекли, брат. Да не, нормально. Чем душу так балуете, брат... чем пузо балуете. Брат, рыбка, рыба, все, брат, просто. Только-только, брат. Только-только, брат. Так, что нам, скоро уже убегать? Ладно, ребят, я вас задерживать. Мы тебя крепко обнимаем, спасибо тебе, что с нами. Мы за тебя болеем, все-все-все, брат. Поддерживаем, все самое наилучшее. Обнимаю, был рад знакомству, опять же, заочному. Мы уже пересекались у Руслана в зале. Да, да, конечно, конечно. Вот, конечно. Поэтому все, спасибо. Я тебя обнимаю, всем привет большой. Обнимаю, брат. Давай, пока. Спасибо большое, обнимаю, брат. Петя был с нами на связи, так что будем. Пожелаем ему все-все удачи и победы. День рождения исполнил, что пригласил в эфир. Так, еще выйдем в эфир сейчас. Дедушка Герихонская труба, да? С днем рождения, желаем тебе всего самого наилучшего. Будь здоров, не болей. Всего самого тебе хорошего. Спасибо тебе огромное, Василий. На самом деле, тысячу раз пытался к тебе в эфир попасть. Хотелось с тобой хоть раз вот так вот поговорить. Вот. На самом деле, это лучший подарок на день рождения, когда я могу с такой просто звездой мирового масштаба поговорить в прямом эфире. Спасибо тебе огромное. Все, есть. Поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо огромное. Всего самого наилучшего тебе. Будь здоров. Прости большой, не будь лапшой. Обнимаю тебя. Спасибо большое, Василий. Все, всем спасибо, кто был в эфире. Мы на месте, завтра концерт у нас, так что всех ждем в Красноярске. Обнимаю вас.